здесь меня еще никто не спалил. Хотя, кто там мог спалить? Когда я тут шел. Надо вот это выключить срочно. Так, что тут у нас? Тихо. Хоть и светло. А теперь уже не светло. Блин, а здесь куча трупов, да что такое? Что тут? Капитан Ржавин. Зацепило. При попытке штурма кольцевой. Сквозняк все же. Заражен. Таких простых не дом. Открытая рана. Отлично поработали. Теперь решим. Задача. Вот это народу. Второй сектор станции. Выполняйте. Блин. Я случайно ТВМ нажал. Придется теперь активно стелсить. Ну все, все началось. Куда это вообще назад? Блин, ну теперь они активные, просто жуть. И палят все в мою сторону, блин. Фига вас там. А тут? К бою! У нас гость! Ну-ка, если сверху пройти. Осторожно. Нет. Ныкается где? Видишь его? Что делать-то будем? Ну все, все началось. Вот же. Ну, по-моему, кто-то пошел в комнату. Сейчас, сейчас. Так, мужики, спокойно. Не спеша пошли. Сейчас будем их тут могу ловить. Заходи. Найдем, обязательно. Спокойно, товарищи. Серьезно? Бегайте! Блин. Гранатами его, гранатами. Это вас гранатами надо. Ой, мужики, не туда смотрите. Я на самом деле вас сверху. Блин, а спрыгивать тут не особо. Тревога, враг! Нет. Его видит? Как мне их убирать-то? Да. Внюк. Ладно. Ладно, я тебя запомнил. Как так-то фонарик взять, выключить? Попробуем немножко по-другому. Все видно. Послушай, отсюда сегодня такое. А я понял. Ну, лезь. Лезь. Давай, мужики, иди сюда быстрее, быстрее, быстрее. Тихо. Меня здесь нет. Блин, звуки стрёмные. Что тут? Капитан Ржавин. Зацепило. При попытке штурма кольцевого. Сложи видно послушать. Преследовал. Заражён. Открытая рана. Брюшина. Ну вот точно нет, да. Тут шевелился. Срать нос, капитан, неблагоприятный. Думаю, вы понимаете, что придется сделать. Добейте, что ли? Что? Усыпите. Отлично поработали. Теперь задача. А, вот. Обработать второй сектор станции. Выполняйте. Второй сектор? Что? К бою! Откуда? Так хрен ну. Его знает! Осторожно! Видишь его? Нет! Ныкается! Ныкается!
Что делать-то будем? Как так он, блин, прям в дырку светил? Сейчас, сейчас. Ага. Нету. Вообще куда долез? Нужен ключ. Так, мужики, спокойно. Не спеша, пошли. Ну что? Чисто. У тебя? Ага, ясно. Никого вроде. Дальше. Блин, там еще свет. Спокойнее, не рискуем зря. Это на гитарке играю. Ну я тебе... Блин, они теперь будут в одном месте тусить. А? Ищем его! Надо меня светить. Давайте, ищите его. Найди бы дух упасть. Спалевно. Так, двинули. Ищем, не лезьте на рожон. Вроде чисто. Да блин, я хотел спрыгнуть, реально спрыгнуть. Осторожней! Ага, прикрывай друг друга. Внимательно! Ну, бей его. Тут вроде никого. Бей его. Почему он не хочет убить-то? Лажа. Стелс. Зажигательная! Давай, иди сюда. Сейчас быстренько пробежимся. Ну, нам не тормози. Так и простыть недолго. Ох ты, блин. Тут явно ничего нет. Ой, что за кровище-то? Отлично поработали. Теперь задача обработать второй сектор станции. Вот говнюк. Выполняйте. Есть. Там светит просто. Жесть. Как мне его проходить, если он там светит? Убивать, что ли? Внимание, зажигательное. Он и уходить не хочет ко мне. Че, реально вырубай его. Ты что, не палит меня? Ну будешь двигаться, нет, мужик. Короче. Тревога, какая тревога? Убит. Тревога! Ясно, блин. Тревога, тревога. Враг у нас. Дыгу. Еще чего? О, книжка. Про катакомбы? Где же он прячется? Да блин, хватит гитарку трогать. Ну что, пошли искать? Пошли. Еще непонятно, куда идти, блин. А то как-то не очень. Еще и хрен их обезвредишь. Да. Я уж прям, не знаю, залез на стол. Гранатами. Надо мне гранатами. Ну. Внимательнее будь. Угу. Эти побежали, брат. Может, ушел? Может быть. Эти куда-то бегают. Блин, палит. Не палит. Так, двинули. Ищем. Не лезь ты на рожон.
Вроде чисто. Опять встал. Вроде нету. Осторожней. Ага, прикрываем друг друга. Внимательно. Вот говнюки. Тут вроде никого. Как мне вас проходить-то, блин? Ну что, вперед по барьеру. И бегает главный, блин. Кто-то есть вроде. Аккуратно. Сейчас а попробуем. Вот так. Нету. Ой, второй. Прям на меня. Гранату кинули, ну офигеть. Как мне уничтожать того, блин? Короче, если снизу пойду. Что тут? Капитан Ржан зацепило. При попытке штурма кольцевой преследовал зараженных. Открытая рана. Брюшина. Да. Прогноз, капитан, неблагоприятный. Думаю, вы понимаете, что придется сделать. Что? Усыпите? Я вам что, псина подзаборная? Я боевой офицер. Пулю хотя бы. Может, убить его самому, блин? Ладно, капитан. Молодец, мужик, убил его. Рад за тебя. И тут куча света, конечно. И этот говнюк меня спалил. Короче, идите нафиг. Я задрал. Вся. Идите нафиг. Не выйду. Все равно не выйду. Да. Как? Короче, тогда пробуем старым методом. Я не знаю. С трех патронов умирать. Зачем два раза добить? Два раза хватало. Короче, сбиваем нафиг, идем туда. Что ж, отлично поработали. Теперь задача обработать второй сектор станции. Выполняйте. Скотина светит. Есть. Вот и попробуй в голову просто засадить. Эй, что за? Что здесь? Что такое? Шум. Вроде нервы не могло же. Только давайте не ходить, не смотреть, кто это умер. С недосыпа и не такое чудес. Внимание! Зажигательное! Блин, мы уже спалили. Так и простыть недолго. Да выключи ты ее. Вот так стоишь, а так ты не шпион. Чё это было? Да тут такое дело! Здесь-то мы все пожжем, но те-то ушли. Да куда они денутся? Вот на Ганзу и денутся. Мы тут... Еще бы понять, куда идти, блин. Так, одного вижу. Что? Нет, твой друг. Ах ты ж, тревога! Тревога! На территории! Какая тревога? Куда мне бежать, блин? Тревога, брат! Идите нафиг. Видели? Уничтожить гада! Все, все, идите нафиг. Будем так, основной.
Не надо мне гранатами. Товарищ! Я его прижал! А я здесь не пройду. Ага. Куда мне идти-то? Прижал одного! Да. Прижал его! Как? Наших бьет! Труп! Все сюда! Тревога! Блин, да куда птичь-то? Здесь не выйти, чтобы всех. Ну, я тебе... Ну-ка, здесь чё? Тревога, брат! Не, попробую, конечно, через огонь. Получилось. Товарищ Лесницкий, спецоперация проходит по плану и будет завершена. Значит, сюда. Ну что, эксперимент прошел. Лесницкий, блин. Надо доложить генералу корпусу. Сделаешь? Так точно. Блин, там какой-то свет. Ладно, нормально. Живем. А что за девку повели? Да это Лесницкий. Снимать можно? Ну типа заложница для переговоров с орденом. Ладно. Хотя, знаем мы эти переговоры. Ха-ха-ха, переговоры. Очень смешно. Ой, выключи свой фонарик, говнюк. С недосыпа и не такое очудится. Но не могло же мне так почудиться. Могло. Побежал куда-то. Сквозняк все же. Так и простыть недолго. Ну, ты как думал? Хоть бы что ли. Он теперь с фонариком ходит. Тут, по-моему, еще и дружбан его стоит, да. Эть, пошли. Алло. Эй! Кто за... Кто-то... Че, серьезно? Ты сюда пойдешь еще? Могло же мне так почудиться. Сейчас мы плевану. Ну, бей его. Как ты чё задыхаешься? С мёртвыми лучше работать, чем с живыми. Эй, эй! Эй! Кто здесь? Изи. Меня запалили или нет? О, идет. Как? Ну все! Еще один, откуда? Я его прижал! Обходите! Прижал он его. Умник. Короче, я опять тут. Кого ты там прижал? Вы чё, ещё живы? Офигеть. Да, блин. Ну. Чё тут есть? Да что ты творишь? Вот это на мне. Ты не сломаешься? Сломаешься. Я понял. Ну, по крайней мере, тут прибился. О, все, они врага ждут, да? Видел только одного. Друзья, у тебя тут есть? Есть, друзья, говорю. Внимание. Так, двинули. Ищем. Не лезьте на рожон. Ага, те там бегают.
окна, блин. Найдем обязательно. Да тут вообще уже какой стелс. Если, блин, все в огне. Держи. Мужик. Блин, еще огня накидали. Как мне проходить-то теперь? Потому что нефиг. Блин, там палит, по-моему, меня. Это что за... Перезаряжайся. Мне, походу, туда только. Что я больше пути не вижу. Да, блин. Все упало. Фига, как вы так стреляете? Что за элитный отряд, блин? ПНВ. Еще бы, блин, не потери. Давай, давай. Давай. Попробуй. Ах ты! Ты. Теряем людей! Надеюсь, это был последний. Теряем людей. Че это упало? Блин, тут все рушится. Нафиг. Чертям. Надо отсюда валить. Блин, много положил на этот раз людей. Печалит. Так, мне за эту дверь получается. Ладно, пошли. Ой, мужики. Тревога! Ну-ка. Не дергайся, а то глотку ей перережу. Да что ты говоришь? Да, они, значит, пришел. Герой. А! Серьезно? Зачем? Зачем ты это сделал? Скорее! Мы теперь сдохнем вместе! Кольцевой! Там Ганза! И наши! Черт! Сейчас только задохнуть! Не хватало! После такого! Хотя у Ганза уже пофиг! Блин, все еще рушится все. Черт, это же Рейджер! Чем, блин, заражено? Вы че? Противогазы, скорее! Поцелуй меня в противогаз. Детали головоломки сходятся. Что-то ему в голову стрелял, ему вообще пофиг, вроде даже через лицо. Я рассказываю об этом другим, но сам не могу в это поверить. Красные заразили Октябрьскую, мирную станцию, жители которой ни о чем не подозревали, неизвестным страшным вирусом. Так все-таки заразили? Их ликвидаторы вошли туда под предлогом спасения станции от эпидемии и методично уничтожили всех, до кого сумели добраться. Женщин, детей, стариков. Якобы для того, чтобы избежать распространения инфекции. Если все это правда, то и я, и Аня могли заразиться. Нас спасли, но мы не знаем, выживем мы или нет. Ну офигеть, ну я явно заразился, раз там какая-то эпидемия есть. Что там половина трупов пооблизал. Эх, посмотрим сейчас. У меня такое предчувствие, что скоро все кончится. Эта война, нам ее не пережить. Никому. Болел. Это так жутко. Вдруг чувствуешь, что ты одна во всем мире.
Вокруг нет ничего, пустота, холод, кладбище. И твоя жизнь просто искра от костра. Вылетела и через секунду погасла. И ничего не останется. И коленки болят. Почувствовать себя живой. У тебя там это, лямка упала. Прикоснись ко мне. Не, началось еще одно 18+. А нафиг ты сдалась с ним? Прикасаться к ко всяким. Ты вообще заразная. Чё, ну доктор, как? Никаких симптомов не проявилось. Поздравляю вас, молодые люди. Вы, Артём, можете идти, а вот с вашим, Аня, ранением мы еще не закончили. Так что задержитесь на пару дней. Слава богу. Шприцик. Ну что же вы? Идите. Иду. Иди, Артём. Как только меня починят, я сразу тебя найду. Даже соскучиться не успеешь. Иди сюда, доченька. Не смотри. Фига тут. Что там, папа? Что? Ничего. Все хорошо. Ты не смотри только. А когда мы домой пойдем? Скоро. Это не эти ли скоро? Девочка чуть-чуть с рыбаком. О, папа заразный. А где мама? Девочка, видимо, тоже. Куда ее увезли? Мама домой уже пошла. Скоро там кто-то разубейте меня. Я соскучилась. Блин. Скорее бы. Не залез в зал. Нет, залез. Совсем чуть-чуть. Да не может быть, не может. Оставалось еще минимум две коробки. Очень даже может. Кого думаешь, повезли? Сколько его за дежурство уходит? Ну не столько же. Новых больных всего ничего. Да куда там поймешь? Две коробки? А старым уже колоть не надо? Да сколько их там? Точно, из восьмого. Теперь много. Семецкие. Умирают Юрка. Все меньше. На спад пошло. Вот так-то. Реально заразили. А говорил, мол, не дождетесь. Да. Видишь как? Ничего. Нас тоже скоро. Повезут. Жесть-то. С тобой что? Блин, ну еще и крови придет. Тебя другу плохо. Оу. Все что ли? Блин. Еще и трупы валяются. Ради бога, отпустите. Мне уже лучше. Слушай, как крематорий. Честное слово. Святый Боже. Нераздельной Троице, поклоняемой и славимой. Призри благоутробно на раба твоего Федора, болезнью одержимого. Пожалуйста, дайте эй, мне лекарство! Эй, кто-нибудь! Дайте! Труп сжигает, офигеть. Вам это так не пройдет! Я совершенно здоров! Не стойте здесь, опасно! Окей. Выпустите меня! Я здоров! Они на меня каждый! Эй! Выпустите! Хоть его-то уберите! Вы что, заразить меня решили? Эй! Там труп уже лежит. Нет. Не плачь. Что теперь делать? Что делать, доктор? Что делать, что делать? У них уже меня, знаете, течение болезни и прогноз. Врачи-вредители! Знаю. Эй! Ну кто-нибудь! Но как же так? Помогите! А вот так. Вас предупреждали о мерах безопасности, о перчатках, о масках. Вы расписывались. А теперь вы мне, как же так? Да, да. Но ведь дети. Как с ними в маске? И не поговоришь. Они ведь плачут. Им страшно. Я понимаю, я все понимаю.
Но вы их не спасли, а себя погубили. А нам так не хватает рук. Вы ведь могли бы стольким еще помочь. Да, мог бы. Мог. Ладно, пока назначим вам симптоматическое лечение, а там посмотрим. В последнее время встречаются случаи выздоровления. Не будем терять надежду. Офигеть, дошел врач. У вас что, уже труп тут? Палаты здоровым нельзя. Идите через лабораторию. Окей. Значит, про перчатки и маску я вам больше не напоминаю. Да-да, это я знаю. Очень хорошо. Дальше измерение температуры каждый час. Проба крови каждые 3 часа. При выходе любых показателей за среднее значение, если меня нет рядом, немедленно вызывайте. Конечно. Понимаете ли, случаев с благоприятным прогнозом пока всего 2. Мы обязаны изучить их как можно подробнее. Да, все понимаю. Отлично. Сказали же им все вещи сдать. А вон, барахла сколько. Да что уж теперь. Им-то ничего, а нам паковать. Это да. И чего их паковать, вещи эти? Сжечь с трупами, и дело с концом. Говорят, для установления источника инфекции. Потрошки. Хотя установишь тут, ага, 3 раза с кисточкой. Ну, начальству виднее. Потрошки отдайте. Мои. Дальше, охрана, дальше. Проходите. Ясно. Патрушки не дали. Жопошники. Фига тут еще склады, блин. Этот вообще трупы изучает. Эпидемия. Жуть. Блин. В период такого апокалипсиса ты еще что, эпидемия. Выдыхается таки эпидемия? Похоже на то. Давай пройдемся по фактам. Что мы имеем? Прежде всего, в новых образцах отмечается явно выраженный моноцитоз. Действительно, образцы с 317 по 323 поставлен моноцитоз. А если учесть, что поражаться в первую очередь должны именно моноциты? И до сих пор поражались. В предыдущих пробах из ядерных одни нейтрофилы. Вывод может быть только один. Эпидемия идет на спад. Но все же не будем торопиться. Проверим остальные, тогда и будем делать окончательные выводы. Че там? Вы смогли выделить возбудитель? И да, и нет. Это какой-то штамм вируса лихорадки Эбола. Но сюда нельзя. Зона особой опасности. Практически утратит вирулент. Без исходного образца. Доктор, вы же знаете, я не медик. Поясните. Прошу прощения, полковник. Факты таковы. Первые 2 дня смертность составила 95%. На третьи 25. Сегодня новых зараженных лишь 2. И у них болезнь протекает в легкой форме. Прогноз благоприятный. Как вы понимаете, в Москве этот вирус в естественных условиях не встречается. А в исконной среде обитания он способен убивать гораздо дольше. Так что это все значит? Это не простой вирус, а боевой. Измененный таким образом, чтобы в короткое время после заражения местности вызывать максимальную смертность населения, а затем становиться безвредным. Проклятие! Откуда же он взялся? Еще до войны я слышал о разработках нового поколения бактериологического оружия. Именно на основе этого возбудителя. Но вот откуда ему взяться сейчас? Через столько лет? Да, дела. Оружие. На всякий случай дам указание опросить сталкеров. Вдруг кто-то из них что-то притащил. Из прошлого. Биооружие. Разработанное специально. Просто жесть. Тут что у вас? Там вообще народ какой-то толпится. Тут ученые работают, окей. Тут тоже ученые. Книжечка. Карантин. Ну я ведь отлично себя чувствую. Ну и замечательно. Очень за вас рад. Раз так, побудете тут денек, кашель ваш пройдет. И отпустим вас в общую группу. А чего мне тут сидеть из-за простого кашля? Ну вот мы и убедимся, что это просто кашель, и все.
Да я давно уже кашлял. В остальном-то здорово. Вот и отлично, значит, беспокоиться нечего. Уже послезавтра и пойдете к остальным. А чего не сейчас? Порядок есть порядок. Положено так. С нарушителями же у нас, знаете как? Знаю. Новых зараженных все меньше. Появились легкие случаи. С чего бы это? Проходите, проходите, здесь опасно. А это что? Тоже какой-то бардак. Ладно, нам придется искать выход отсюда, видимо. Чего уж теперь.